Вот центральный пляж. Когда я здесь жил рядышком, мы постоянно ходили на центральный пляж. Конечно, людей много, но в тесноте, да, не в обиде. Как тут шумно. Да, людей, конечно, скажу вам. Сразу не скажу, что сезон заканчивается. Пик какой-то сезона. Смотрите, весь пляж устлан отдыхающими. Что пляж? Вон, смотрите, в море сколько. В море еще больше людей. Шашлык, креветки, крабы есть. Давайте пойдем. Поднимемся по волнорезам. И это вечер. Это вечер, ребят. На минуточку. А вон, смотрите, участок стоячего пляжа. Да, это косые перси, вижу много-много-много людей. Видите, да? Как много отдыхающих. Пойдемте на волнорез поднимемся. Круто нырнул. Ну, видно здесь, что сезон прям в разгаре. Знойная погода, она прям вернула всех обратно в Кирилловку на Азовское море. Картина слева просто симметрична. Все то же самое. Много отдыхающих в воде, в море плавают. Много отдыхающих находятся на пляже, отдыхают на песочке. Причаливает катамаран. И там вдаль, сейчас я приближу вам. Столько же людей. Пойдемте туда. Мужчина, который плавал на катамаране, сказал, что стоимость катамарана 200 гривен в час. Когда мы тут были в июле, цены были такие же на катамараны. Ничего не поменялось. Может, пристану к корсарам? Спрошу у них по ценам. Сейчас покажу. Опять из-за жары вырубился мой телефон, камера. И пишет, большая температура, камеру невозможно включить. Сейчас туда прогуляемся к пляжу Терешковой тоже, посмотрим количество отдыхающих. Единственный плюс, смотрите, еще водорослей нету. И пляжи практически чистые. Единицами медузы какие-то попадаются. Ну так, прям что в глаз бросалось. Такого нету. Корсары. Куда пойдем? К корсарам или к бомбардирам? Корсара больше, давайте подойдем. Корсарам. Ребята, скажите, июнь, июль, и вот август цены не выше, выше не стали? Нет, то же самое, да? Да. А плавучий остров, это тоже ваш? Что? Плавучий остров. Нет. Это не корсар, нет? Нет. А что ты снимаешь? А? Ну, на YouTube, Вадим Терещенко. Вадим Терещенко? Да. На YouTube, да? Да. Все, Вадим Терещенко, да? Да. Все, посмотрю за ним, подпишусь. Обязательно. Странно, что не подписан еще. Подпишусь, все, это будет что.
Нашел еще одного подписчика. Вот так я собираю подписчиков. А как вы думаете, откуда у меня почти 7 тысяч подписчиков? Вот так, по одному. Приезжаешь в Кирилловку, каждому подходишь. Представляете, какой я уже труд проделал? Почти 7 тысяч человек обошел. Тоже много людей. Видите? Негде яблоку упасть. Тут как-то... Как-то совсем тесненько. Все, идем на пляж Терешковый. Посмотрим, как там. Ну, если здесь так... Там примерно будет такая же самая картина. Пляж Терешковый. Картина, в принципе, однотипная. Много-много людей на пляже. Много людей решило приехать к выходным праздникам на море, на пляж, в Кирилловку. Даже, казалось бы, вечер, но все идут больше количество людей в сторону пляжа, чем уходят обратно на набережную и по своим номерам. Ну-ка, ну-ка. Да, к морю пройти целая проблема. Это я еще без детской коляски. С детской коляской я бы уже тут все, без вариантов. Проход закрыт. Какая тропиночка есть. По ней пройдемся. Видите, сколько людей отдыхает. Будет у пончиков? Угощаю всех. Пончики. Нашли до камней. Ну вот так как-то выглядит пляж Терешковый в конце августа. Вот он какой, перед выходными. Пляж и само море. Трудно ходить между отдыхающими, видели, да? Что маленькие тропинки между ними. Всю муть подняли. Но все равно это лето, это море, это круто, это отпуск. Самые положительные моменты в году. Вы напишите, кстати, в комментариях, в каком месяце вы обычно отдыхаете или предпочитаете отдыхать на море. Мне это будет интересно. Вы смотрели, очень интересно. Да? Очень интересно. Спасибо, видео. Спасибо, что смотрите. А вы сами откуда? С города Луцка. С города Луцка. Это Украина, да? Да, ну, Луцкая область. Далеко отсюда. Да. Ну, я сам с Беларуси вообще. Я еще дальше. Понятно. Все, спасибо, очень что смотрите. Интересное. Очень смотрите интересное. Дальше. Спасибо. Скоро будет Беларусь. Вот наши наши. Спасибо, что смотрите. На чем я остановился, ребята? В общем, не забывайте подписываться на канал, поддерживать каждый ролик и этот ролик, смотреть другие ролики по ссылке в описании. Плейлист Кирилловка 2019, очень много информации, обязательно зайдите, посмотрите. В конечных заставках после этого ролика тоже будет множество предложений, посмотреть другой ролик, прошлый ролик. Заходите, там все будет информативно, интересно. И до встречи в следующем ролике. Всем пока!